Всем привет, это Натали. Я сегодня в таком состоянии перед вами. Вернее, не я, а пряжа, которую я смогла урвать на черной пятнице. Я, к сожалению, сегодня руками в кадр, потому что, к сожалению, приболела, и вид у меня неподходящий, а видео снимать надо. Я и так проштрафилась на прошлой неделе, ничего не записывала, все потому, что я Катастрофически ничего не успеваю. На работе дикая просто нагрузка. У нас сейчас идет аттестация. И, соответственно, очень много к этому всему приложено подготовки и так далее. И, в общем, из-за этого я не могу войти в ритм, при этом еще и вести свой такой маленький, но небольшой блок. У нас сегодня замечательная погода, и я решила этим воспользоваться и заснять видео <coughs> естественного освещения. <coughs> я прошу прощения, у меня периодически будет ломаться голос из-за того, что я сейчас еще пока нахожусь на стадии выздоровления, непонятно, то была температура, то нет, то еще что-то. В общем, не могу понять пока, как себя чувствую. В общем, это практически весь улов из того, что я успела купить на Черную Пятницу, потому что я, в принципе, как такового не делала какого-то огромного количества покупок. Мне хотелось просто сделать то, что нужно, то, что хочется, и то, что я себе в обычные дни не куплю, скажем так. У меня есть еще отдельная такая сумка, она не очень большая, но там подарки на Новый год моим подругам вязальным, поэтому я, конечно же, не буду ее показывать в этом видео, потому что знаю, что они меня смотрят, поэтому не хочу показывать ничего, чтобы не заспойлерить им праздник. Так, я еще здесь мудрую немножко с микрофоном, чтобы меня было хорошо слышно, из-за того, что мой микрофон, к сожалению, не самый качественный из тех, что я заказывала, поэтому, может быть, немного хуже, хуже слышно меня будет. Если что, на записи на монтаже немного подкручу. Ладно, не буду больше затягивать. Вижу, что, наверное, вам уже мозолит глаза все то, что я положила здесь. Итак, некоторые покупки я делала в интернете, некоторые физически, но это не суть важно. Думаю, главное показать, что именно я покупала. Первый моточек, который у меня здесь лежит, это от фирмы Rowan. Это Felted Tweed. 50-граммовый моток. Я его брала себе на перчатке. Очень классная нитка. Мне очень нравится ее фактура и очень нравится то, как она, скажем, видит если так можно передать да у нее крапки не совсем скажем такие вот равномерные и однотонные повторяющиеся Но, в общем она очень интересная надеюсь я в скором времени свяжу для себя перчатки когда конечно овладею этим не самым легким мастерством вот а что по составу у нее это 50% шерсти, 25 альпаки и 25 вискозы. Очень интересный такой тоже состав, именно для меня, потому что я такой еще никогда не вязала. Я вообще старалась ничего из растительного такого не вязать. Вискозы, не знаю, потому что мне казалось, что пряжа немного капризничает. Но это, может быть, в умелых руках все получается. Это именно у меня проблема. Вот, и это цвет, я правда не вижу тут за цвет, за цвет? Вот этот, наверное, Z036. Там, где я его брала, там достаточно много было цветов. То есть линейка, она очень разнообразная. Мне очень понравилось то, что можно, в принципе, подобрать абсолютно любой цвет. И вот эти крапушки, они тоже открывают достаточно большое количество возможностей, к чему можно подобрать ту или иную расцветку. Спицы предлагают... 3,75, я так понимаю, 4 миллиметра. И это 50 грамм в 175 метров вот такая вот замечательная кубышечка. Мне очень нравится цвет. Опять же, любимый мой зеленый, травянистый. А дальше эта пряжа была на распродаже в магазине или или там оставалось буквально несколько пасмочек у нее попадается сетевой волос и вот такие кусочки. Я сейчас объясню, почему. Потому что это пряжа с льном. Она, в принципе, мягкая очень. Но вот лен он ощущается, конечно, немного. Но, честно, для человека, который, в принципе, спокойно относится к колкости пряжи, мне никакого дискомфорта не доставляет. Это бренд Лана Гросса. Называется Slow Wool Lino она. И это у нас по составу Идет, где тут состав? Вот он. 85 процентов шерсти, которая первого сострига, и 15 процентов лина. Цвет это 25, спицы 3,5-4. Здесь 400 метров в 100 граммах. То есть, это 100 граммовая пасма. Цвет тоже очень интересный. Он на камеру передается, в принципе, очень похожий. Единственное, что он слегка-слегка припыленный. Такой mild, такой у него немного оттенок. Достаточно приятный. Попадаются вот такие вот, скажем, островки пушистиков. Так, фокус. Вот он, но честно скажу меня это не особо волнует я планирую вообще эту пряжу связать себе в гетры какие-нибудь или гольфы домашние такие носочки длинные но потом посмотрим всегда планы меняются но мне очень понравилась расцветка я, в принципе такие цвета очень люблю и мне прям в кайф было ее себе приобрести учитывая то что она была на скидке и оставалась там буквально по-моему, 3-4 цвета и все. Но в интернет-магазине или или там еще есть, по-моему, выбор из цвета, который можно подобрать. А дальше. Это у меня уже из магазина Сижу-вижу. Я покупала себе вот такую регию. Так, я прошу прощения. Котя бесится. А, регия. Perfect, вот такая вот расцветка у нее, ведьмина, мне нравится. У кого-то из девчонок тоже в чате у Маши Ермаковой я увидела эту расцветку, очень захотелось ее попробовать и увидела, что Сижу-Вижу у них были, Ой. А, что у них была эта расцветка, поэтому я очень обрадовалась и взяла себе ее попробовать. Вот, Знаю, что там в принципе мороки хватает с тем, чтобы вывязать именно так, но думаю, попробую и исправлюсь. Интересно попробовать. Стандартный состав здесь это 75% тоже шерсти первого сострига и 25% полиамида. Цвет 90-93. Вот такой вот моточек тоже по ощущениям пряжа, конечно, немного колется. Многие говорят, что регия колючка, но вот опять же, я, честно сказать, ну, меня не смущает это. То есть, наверное, если человеку чувствительная кожа, она вряд ли, наверное, будет комфортной и в плане работы, и в плане носки, но меня это не смущает. Единственное, что если работать с подобной пряжей, колковатой, да, скажем, шероховатой, нужно почаще мазать руки кремом, чтобы не натирала ниточка. Вот практикуем подобные э, методы. Вот такой вот интересный оттенок. А дальше я купила два вот таких мотка перлеи. Тоже это Лана Гросс, это стопроцентная шерсть мериносовая. Вот, но единственное, что она вот э, первого сострига, она такая прям этот, пушистенькая нитка у нее. Прям такая вот только-только, скажем, с веретена. Веретена? Не знаю, почему так сказала. Ну, в общем, прикольная тоже пряжа. Я ее подыскивала к своей пряже Extra Fine Merino от Sadness Garn. О, нет. От Infinity Design забыла название. Все потому, что мне одного мотка 50-граммового, который я брала сестре на рукавички, на пер... Не на, на варежке мне не хватило вот и я искала ему компаньона и решила сделать таким образом что резинка у меня будет от infinity дизайн вот этот вот мериносовая шерсть мягенькая а остальное полотно будет вот таким вот пушистиком прикольная пряжа я ее достаточно сильно туго вяжу то есть забиваю скажем полотно чтобы эти рукавицы Варежки были очень-очень плотные, чтобы не было холодно, они не протувались и так далее, но при этом комфортно носились. Уже одну я связала, сейчас начала вязать следующую. Очень быстро вяжется, потому что здесь вообще рекомендуют мои спицы 9-10. Вот, и у нее расход, ну практически у меня моток ушел на скажем вот на вот эту начиная от этой части и заканчивая вот полностью варежка это может быть грамм 5 осталось если не меньше вот тут вообще в принципе они пишут что расход на изделие 3840 это 600 650 грамм то есть расход ну не совсем экономный скажем так вот но пряжа мне понравилась. Я вяжу вообще ее на пятерке. То есть, вот говорю, я ее прям забиваю. Потом покажу готовую работу и расскажу немножко об этом. Цвет это 212. В 50 граммах 60 метров. Вот. Перлей Лана Гросса. Следующая, это у меня покупка уже такая достаточно дорогостоящая, потому что я себя решила побаловать. В прошлый раз, когда я я увидела эту расцветку у Юли Ярн я ее что-то как-то, скажем так, постеснялась купить. В этот раз решила уже не, не стесняться. И заказала две пасмы. Одна из них это Гондор. Это стопроцентный меринос Супер Вот здесь только ручная стирка, как Юля указывает. Спицы 3-4 и 310 метров в 100 граммах. Ну, в общем, это из ластелина колец локация. Вот, я вижу гондор, здесь это зелень города, это знамя гондоровское, оно как раз такое бирюзово-голубое, и светлые оттенки, они олицетворяют мраморный вот этот вот город, вот, и белое дерево, которое на древо королей. Ну, в общем, у меня такие ассоциации. Ну, вот, очень мне понравилась эта расцветка. Буду что-нибудь из нее придумывать, вязать. Пока еще не решила, что, но это именно в коллекцию мою. У меня тоже есть уже небольшая коллекция пряжи от Юли, и, соответственно, я решила ее пополнить. Вот, может быть, еще что-нибудь прикуплю. Скоро будет шерстяной базар. Вот, одна пасма стоит вообще у нее 1500 рублей, но так как была Черная Пятница, она сделала скидку, и это стоило где-то около 1200, по-моему, рублей что-то такое, мне кажется, я уже не помню, если честно. Вот. И следующая пасма, это уже по вселенной Гарри Поттера, это косой переулок. Вот такие здесь цвета, тоже бирюза яркая, фиолетовая такая, сирень. При этом есть Гринготс, как мне кажется, что-то серое такое, мраморное. Вот и различные вот такие вкрапления. Очень мне нравятся вот эти терракотовые у Юли вкрапления. Нигде я их еще пока не видела, вот подобных. Ну, то есть это и не красные, и не оранжевые, а именно вот терракот такой глубокий, насыщенный. Вот, здесь тоже хорошо видно их. Надеюсь, передается цвет. Да, в принципе, передается цвет, так как... Вот тут вот мне сейчас похоже на этих, на кои, по-моему, называются эти рыбки. Такие большие, их обычно фонданчики запускают. Большие карпы или караси, забыла. Так, по составу это 80% мериносовая шерсть, 20% нейлона, 425 метров в 100 граммах, спицы 2-3. Тоже так как это меринос, ручная стирка в воде. Вот. Будем что-то придумывать тоже. Очень мне нравится. Я сейчас еще подсела на одного блогера иностранного. Называется по-моему Crazy Sock Lady. Как-то так. И она очень много у нее идей, как скомбинировать вообще нос носочную пряжу. Она там просто какая-то мега -про производительная. У нее там в каждом видео очень много готовых работ. То есть она прям нон-стопом вяжет носочки. И у кого не хватает Скажем, фантазии, может быть, как скомбиндировать секционку с однотонной. Очень рекомендую оставлю ссылку на нее внизу. Сама только недавно ее обнаружила и прям с запоем не могу смотрю, очень нравится. Вот, и оставшиеся три клубочка это шопель. Я пополняю потихоньку свою коллекцию шопеля. У меня сейчас в коллекции 6 клубков. Вот, моя задача. Моя цель это 10. Ну, вот, мне прям хочется 10 клубочков. Ну, или 8 хотя бы, потому что у меня в полку как раз вмещается 4 клубка. Было бы классно иметь 8. Наверное, вам кажется, что вот эти одинаковые. Если честно, я когда их брала, я тоже все время, я там просто 10 раз туда-сюда бегала, сравнивала. Ну, как бы одинаковые или нет, не хотелось повторяться. Но если посмотреть на их расцветку, они абсолютно разные. Вот поэтому сейчас каждый из них вам покажу. Первый клубочек вообще удивительный какой-то. Здесь тоже двунитка, вот эта вот смотанная, прикольно, да, вот такой эффект у нее. Я знаю, что у этого эффекта есть свое название, то ли мулине, то ли еще что-то, но я, к сожалению, не помню. Вот, и этот цвет называется Юбилаум uh, Спати, по-моему, так. Наверное, читается, я уже немецкий подзабыла. Ну, или 2389, наверное, цвет, кому цифрами удобней. Это Шопель Саббер Пол Крейзи. Ну, состав это стандартный 75% шерсть шерсти, 25% полиамид. Вот, спицы у него... Ну, тоже, наверное, стандартный, там 2-3, наверное. Вот. И у него 420 метров на 100 грамм, то есть тоже стандартная носочка такая. Но как-то раз мне было интересно вообще узнать об этой фирме, шопили, как они дошли до такой красоты. В общем, сам производитель, да, основатель фирмы Шопель, он придумал вот такую намотку в клубке, Сейчас уже многие ее копируют. Я видела уже такие клубочки у Лана Гросса и еще у кого-то. В общем, все это сделано для того, чтобы вязальщица могла видеть, какие цвета а, есть а, в а, пряже. Потому что вот даже взять ту же регию, да, вот как бы по попке, грубо говоря, да, сложно там понять, ну, два цвета. А вот если посмотреть на жакар, там еще есть и зеленый какой-то, и оранжевый, и черный, и так далее. Скажем так, этого не совсем видно. А вот шопель он придумал наматывать именно вот в такие милые клубочки для того, чтобы вязальщица смогла рассмотреть хорошо, какие цвета ее ждут, когда она будет вязать. Вот. Вот так выкладывается эта расцветка. Я скажу честно, что вряд ли это прям попадание четко в цвет, потому что, как вы видите, ну, цвета здесь ярче, чем распечатаны здесь. Ну, то есть немножко не попадают. Следующая расцветка называется тепетен. Вехсель. У Шопеля названия прям тоже имеют свое какое-то значение. ТПТН Вехсель. Я уже забыла, как переводится. <laughs> Переводила и забыла. Вот, вот юбиляум спать, я думаю, там всем понятно, что юбилейная вечеринка. Вот, и вот такой вот тоже цвет. Здесь много зеле зеленого, бирюзы, красного, оранжевого. Тоже красивый цвет. Это 1150 ой, 24-29, прошу прощения. Вот, и тоже стандартный состав, не буду зачитывать заново. Ну, все то же самое, вот такой вот интересный моточек. Единственное, что вот мне что не нравится, у или или у них вот шопель, он у них лежит в такой вот, знаете, корзинке, которая э, сплетена из металла, и периодически вот эти нитки, они цепляются за корзинку, и о, котик, и потом остаются вот эти вот затяжки, вытянутые нитки, поэтому я старалась тоже там повыбирать. Но в принципе у девочек, если что, можно попросить, они принесут вам новый моточек, если у них на складе есть. И последняя расцветка это называется тимтешнеки, цвет 2248 по-моему, переводится как булочка с корицей. Вот такая замечательная вообще пряжа, меня она просто покорила. Не знаю, вообще не типично для меня брать темные цвета, но как бы захотелось очень сильно именно эту расцветку, потому что шопель весь такой яркий, красивый, но темные цвета у него, как вы видите, не проигрывают ярким, поэтому просто потрясающе. Вот, и посмотрите, как она выкладывается вообще обалденно в полотне. То есть такой мягкий переход. Ну, супер. Вообще. Так, и если это цифрами, то это 2248. Вот такая вот классная булочка с корицей. Ам-ам-ам. Вот это были все мои покупки на Черную пятницу, которые я сделала. Сейчас я еще хотела бы показать, что у меня по процессам, как я двигаюсь, потому что, опять же, на этой неделе лицом в кадре... Ой. А, потому что на этой неделе лицом в кадре я, скорее всего, не появлюсь из-за того, что мое состояние сейчас не совсем стабильное. И, в общем, ну что я вам рассказываю? Все мы болели, все мы знаем, каково это заработаться, да еще и заболеть. Просто какая-то потрясающая комбинация. Здравствуйте, миссис Котиня. Хотела бы поблагодарить каждую из вас за то, что вы смотрите, комментируете, ставите лайки. Это очень приятно. Я стараюсь каждый отвечать. Поэтому спасибо вам огромное. На фоне котиков хотела бы вам еще раз сказать большое спасибо. И э, сказать, что вот такой формат у меня на этой неделе немного, скажем так, не типичный, потому что нет возможности подключиться и поговорить с вами. Записывала недавно видео, и, к сожалению, оно у меня не записалось. Микрофон отключился буквально на середине, и звука нет. Поэтому я надеюсь, что уже к следующему видео я все смогу подправить и появиться перед вами, показать свои готовые работы подарочки, потому что скоро у нас шерстяной базар, Новый год. Покажу вам, что мне прислал мой тайный Санта поближе. И в целом хотела бы поделиться с вами эмоциями. Поэтому всех обнимаю. Всем спасибо большое за просмотр. Продуктивной вам недели. Пока-пока.